Региональная дорога Турунтаева-Острог-Покровка-Шергина соединяет Прибайкальский и Кабанские районы и выходит на Тресковский мост. Поэтому ремонт на этом участке имеет большое значение не только для местных жителей, но и для приезжих. Туристы, которые едут с иркутской стороны, могут, минуя Улан-Удэ, сразу выходить на трассу к Байкалу. Первый этап – это реконструкция этого участка с нулевого по 4 километр, который проходит по самому населенному пункту Турунтаева. В прошлом году наши подрядчики зашли, сделали, отсыпали земплотно, заменили пучинистые грунты, начали устраивать тротуары. Лимиты были освоены в прошлом году в полном объеме. Вообще контракт до 2023 года. За это время строители успели выполнить почти 70% работ. К концу года планируют завершить ремонт на 90%. Мы готовы к асфальтированию тротуаров и к асфальтированию главной дороги. Сейчас основание под тротуары мы подготовим, после чего приступим к асфальтированию. Но в ходе строительства были проблемы с жителями. Почему? Потому что стесненные условия, то есть как бы узкие места есть, да, но все мнения жителей на совещаниях были учтены. То есть как хотели люди, им так и делали. До конца года на этом участке планируют заасфальтировать дорогу, а уже в следующем году останется лишь установить знаки, нанести разметку и доделать оставшиеся работы. Помимо этого, здесь начали ремонт моста через реку Итанца. Еще на одном участке этой дороги с 4 по 17 километр подрядчик ведет работы по отсыпке земельного полотна и укладке водопропускаемых труб. В следующем году строители уже завершат укладку асфальта, обустроят тротуары, установят ограждения, автобусные остановки, светофоры и знаки. Напомним, ремонт осуществляется благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В этом году очень сильно усложняется реализация национального проекта за счет постоянных дождей. Но, несмотря на это, мы планируем все вести в срок. Подрядчики, в принципе, по всем объектам движутся с переменным успехом, но все в пределах календарного графика. В этом году Бурятия планирует привести в порядок 110 километров дорог на общую сумму 4 миллиарда 400 миллионов рублей. Екатерина Листратова, Валерия Крадуева, Алексей Ромашов. Новости дня. Прибайкальский район.